вечер, дорогие выпускники, преподаватели и родители. Мы рады приветствовать вас в нашем концертном зале на выпускном вечере детской школы искусств. Самом долгожданном и замечательном празднике. Пусть он будет добрым и незабываемым. На сцене хореографическое отделение с танцем «Ласточка». Встречайте своими аплодисментами. Посвященное окончанию учебного года в Новолукомольской детской школе искусств, считать открытым. Наступил тот самый момент, о котором нельзя однозначно сказать, радостный он или грустный. Экзамены сданы, учебный год окончен, итоги уже все подведены. И у нас с вами есть прекрасный повод поздравить выпускников от всей души. И пусть сегодня снова все будет как по нотам. А начнем мы, конечно, с ноты до. Нота до. Долгожданный праздник. Ну, конечно же, нам очень жаль расставаться с нашими выпускниками, ведь за эти 7 лет вы нам стали очень близки и дороги. Мы встречали вас с порога и каждый день вместе совершенствовали мастерство. Но именно сегодняшний день открывает перед вами новые двери. И пусть не все выпускники станут профессиональными музыкантами, танцорами или художниками. Любовь к искусству, которую вам привили в этих стенах, будет с вами навсегда.
На сцене Чачина Ангелина. Русская народная песня «Зареченька и Дива». Обработка Городовской. «Опавшие листья» исполняет Зарецкий Артем. Моего дедушку звали Петр Кондратьевич. Соответственно, это по маминой линии. Значит, мою маму, у нее отчество было Антонина Петровна. И я знаю, что она была человеком таким упорным. Я хочу пригласить вас, Марина Петровна. Thank you.
Я не знаю, или это врожденная ваша такая твердость, или вы приобрели ее, но я хочу поблагодарить вас за ваши усилия и все, что вы сделали для наших детей и для моего сына в частности. Да благословит вас Бог. Встречайте Улаховича Владислава, русская народная песня «Валенки», обработка Миневского. А что это такое? Ну, это воссоздание какого-то периода. Например, учеба в музыкальной школе. Вот тебя кто привел за ручку на прослушивание? Бабушка, я даже сейчас помню, каким сильным было волнение. Но мне здесь все улыбались, были приветливые. И это были мои первые шаги в музыке. Ну, вот мы и дошли до ноты ми. Минута славы. Знаешь, вот я всегда с удовольствием смотрю это шоу по телевизору, иногда даже представляю свою минуту славы. А знаешь, некоторые выпускники нашей школы не единожды испытали радость побед. Это гордость не только школы, но и всего города, района. Слово предоставляется заместителю директора по учебно-воспитательной работе Анжелике Петровне Демидчик. Уважаемые родители, здравствуйте, дорогие наши выпускники. Мне выпала честь сегодня озвучить те самые важные, даже, наверное, не важные, а значимые награды, которые наши выпускники в этом году добавили в копилку школы. Вот, потому что на самом деле, конечно, в течение срока обучения было достаточно много. Но вот в этом году у нас выпускники защищали честь школы, представляя ее на областных конкурсах. Ну и просто участвовали ради удовольствия, да, ради собственных проверки собственных достижений. И результаты очень впечатляющие. Кубарский Артем, лауреат первой степени областного конкурса исполнителя на струнных народных инструментах. Лауреат первой степени открытого конкурса «Семицветик» в городе Витебске. И лауреат первой степени регионального фестиваля конкурса искусств «От пращуры до зор». Плюс в составе ансамбля.
Гоголя, обладатель гран-при конкурса ансамбля «Выкрыжи Вороночки» и лауреат второй степени регионального фестиваля конкурса «Отпрашивал дозор». Это конкурс новый, он проходил в городе Чашники. Конечно, безусловно, вы сегодня еще услышите и убедитесь сами в том, что награды эти все получены не зря, не за просто так. Вот. А я бы хотела сейчас перейти к следующим выпускникам. Вот. В частности, Афанасьев Матвей. Лауреат первой степени дистанционного международного конкурса музыкального творчества «Восходящие звезды» и участник концерта был приглашен на концерт, посвященный 105-летию музыкального колледжа в городе Витебске. Его также, как и Артема, приглашали для обучения в колледже. Вот. Возможно, они еще подумают, но пока, ну, как талантливый человек, талантлив во всем, пока их дороги ведут в другую сторону от колледжа. Но музыкальные успехи, я уверена, они останутся с ними всегда. Они будут на протяжении их дальнейшей жизни. Вот. Улахович Владислав, участник областного конкурса «Мелодии весны». И вместе с ансамблем с Афанасьевым Матвеем они также награждены дипломом за виртуозное исполнение в конкурсе «Жавороночки». И лауреаты третьей степени дистанционного международного конкурса «Весенняя фантазия» в городе Новополоцке. Корбан Артем, участник дистанционных международных конкурсов. Мой дебют, он лауреат первой степени, и Star Music, лауреат второй степени. Я думаю, что достойно аплодисментов, да, вот все, кого я перечислила, они еще запомнятся. Наша пианистка Паравик Дарья, лауреат первой степени дистанционного международного конкурса «Таланты за роялем». Жарко Кирилл, ученик по классу Домра. К концу года нас порадовал тремя дипломами победителя дистанционных международных конкурсов «Солнечный свет» и «Твори, участвуй, побеждай». Молодец. Также в составе ансамбля дипломант первой степени фестиваля «Отпрашивал дозор». Не все музыканты у нас активно участвовали в конкурсах, но вы сегодня убедитесь, что качество выпуска стопроцентное. Сегодня все до единого выпускника, их, к сожалению, немного. Музыкантов всего 8 человек и 9-я выпускница эстрадного отделения Алина Политыка, которая уже закончила школу по классу фортепиано. Вот. Эти 8 человек – это то, что осталось от тех 25, которые поступали в школу. То есть это самые стойкие, самые ответственные, соответственно, как ученики, так и родители, да? Самые мужественные, самые целеустремленные. К ним же относятся всего 7 выпускниц хореографического отделения. Опять же, из поступавших, наверное, 18. И вот наши девицы-красавицы своими теплыми аплодисментами вы растопили даже снежных королев. Улыбались даже те, кто никогда на сцене не улыбался. Хлопайте нашим танцорам, пускай они хотя бы, не сейчас, после номеров, хотя бы на выпускном концерте проявят все свое обаяние. Наши девочки, выпускницы хореографического отделения, победители 4-го районного открытого детско-юношеского конкурса молодежного, юношеско-молодежного конкурса хореографического искусства «Танцует лето 22». Дипломанты первой степени международного фестиваля конкурса «Новые вершины» в городе Минске. И участники смены в Национальном центре «Зубрёнок» тоже награждены почетной грамотой. Им там рога плескал весь «Зубрёнок». Мы, конечно, гордимся ими. Выпускники художественного отделения. Они тоже до выпуска нашли не всем составом. Бывали, конечно, и объективные причины. Уезжали в Островец. Кто-то уставал, сходил с дистанции от нагрузки в школе. Но те, кто пришли, вы видели выставку. Если не видели, обратите внимание, сегодня выставка выпускников школы. И это тоже стопроцентный результат. У всех есть достойные работы. Косенков Алексей стал лауреатом второй степени районного художественного конкурса «Я рисую чашничину». И в этом же конкурсе Лисичонок Анастасия – лауреат третьей степени. Я горжусь нашими выпускниками. Я горжусь их учителями, которые привели к этому успеху. Мы предлагаем насладиться дальнейшим созерцанием успехов наших выпускников. Кайк Бреннер, этюд си минор, на сцене Паравик Дарья.
Девка по саду ходила, танцуют выпускницы хореографического отделения. Девка по саду ходила, по зеленому гуляла, ой ли ой ли ой ли ой. Девка по саду ходила, по зеленому гуляла, ой ли ой ли ой ли ой ой ли да ой ли ой ли. По зеленому гуляла, с ноги на ногу ступала, ой ли ой ли ой ли ой ой ли да ой ли ой ли. С ноги на ногу ступала, да на голову же наступила. Наша школа тоже является такой фабрикой. Думаю, многие из вас еще не решили, какую выберут профессию. Но я с уверенностью могу сказать, что в вашей жизни всегда будет место для искусства. И сейчас давайте вспомним тех выпускников нашей школы, которые стали профессиональными музыкантами, танцорами и художниками. Выпускник Анатолий Лупу стал заслуженным артистом, композитором и аранжировщиком Республики Молдовы. Лавринович Валерий стал джазовым пианистом, аранжировщиком, клавишником джазового ансамбля под управлением Михаила Фредзона, а также был клавишником ансамбля «Песняры» в 1981 году, а в настоящее время является аранжировщиком образцовой студии эстрадной песни «Ветрость» в городе Витебске. Мастепанов Валентин является действующим музыкантом Сургутского симфонического оркестра. Витчик Александр работает в оркестре в Берлине. Ядров Владимир в заслуженном коллективе Республики Беларусь в духовом оркестре Главного управления внутренних дел Минского горосполкома. Выпускник хореографического
Московского отделения Каминский Михаил, хореограф, актер, педагог, доцент кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусства. Выпускники художественного отделения Хруцкий Игорь является художником-постановщиком по декорациям национальной киностудии «Беларусьфильм». Саприка Алексей работает архитектором «Белгоспроекта». Федоренко Юрий создает рекламные ролики на белорусском телевидении. Медведская Ольга – дизайнер одежды и модельер в Германии. И это еще не весь список выпускников, прославивших нашу школу. Нам действительно есть чем гордиться. Обработка дителя. Русская народная песня «Коровейники» исполняет Кубарский Артем. Thank you.
Афанасьев Матвей. Thank you.
Эстрадный танец Power танцуют выпускники хореографического отделения. Встречайте на сцене выпускница эстрадного отделения Политыка Алина с песней «Беги».
русская народная песня «Субатея». Исполняет Афанасьев Матвей и Улахович Владислав. Математические законы. Просто удивительно. А музыкальная литература – это же предмет, который должен изучать каждый культурный человек. Биографии известных композиторов и истории создания великих музыкальных произведений – это трамплин, с которого начинается судьба любого музыканта. Поэтому выпускники нашей школы отличаются не только высоким интеллектом, но и умением творчески мыслить и имеют тонкий художественный вкус. На сцену приглашается политика Алина, Джейсон Сифорд, инкогнито. Thank you.
символистов в составе Кубарского Артема, Болескова Ивана, Мельникова Дмитрия, Иванов, Гордане до спадщины. Искусство сопровождает человека всегда и везде. Оно обогащает нашу жизнь, дает возможность выражать свои чувства, мысли, объединяет самых разных людей и помогает осознать сопричастность к своей истории, народу и отечеству. Это сила, которая соединяет нас с историей и культурой родной страны. Искусство сопровождает нас с первого дня жизни, а также украшает наши будни и праздники. Настоящее искусство всегда найдет способ дотронуться до струн нашей души. Да здравствует искусство! Вальс! Для вас танцуют выпускники хореографического отделения. Thank you.
поет, плещет в сердце волной. Город юности мой на валу Гомель родной, где есть озеро Плёс, где на руках тебя нес, где звонче всех соловьи. На сцену приглашаются выпускники 2023 года музыкального, эстрадного, хореографического и художественных отделений. Прошу, дорогие выпускники, поднимайтесь. Можете чуть-чуть громче стать, делать полукруг. Смелее, это ваш праздник. Разойдите, чтобы вы видели все, какие вы красивые. Слово предоставляется директору школы искусств Александру Николаевичу Демидчику. Добрый вечер, уважаемые родители, учителя, гости. Дорогие наши выпускники, мы поздравляем вас с окончанием нашей Новолукомольской детской школы искусств. Давайте мы им поаплодируем. Это ваш первый диплом в этой жизни. Я надеюсь, что это не последний. Мы благодарим вас за то, что вы так терпеливо прошли свой путь обучения. За то, что осваивали азы мастерства. А также мы радовались вашим успехам и достижениям. Хотелось бы, чтобы вы всегда были и в будущем, где бы вы ни находились, трудолюбивы и счастливы.
И, конечно, чтобы отражалось у вас у всех именно самые лучшие человеческие качества. Я думаю, что наши педагоги, наверное, это хотели, чтобы у вас это все было. Конечно, мы благодарим и тех, кто дал вам свою частичку своего труда, своего таланта. Это наши учителя. Давайте мы поаплодируем им, потому что не было наших учителей, они все такие разные, но они все самостоятельные. И каждый, я думаю, что вашим детям дал частичку своей жизни. Также хочу поблагодарить я и вас, родители, потому что это вы вместе со своими детьми, значит, проходили этот путь, потому что благодаря вашему терпению, конечно же, они дошли вот до самого финала и сейчас стоят на этой сцене. Огромное вам спасибо! Хотелось бы пожелать вашим детям и нашим, чтобы они всегда были трудолюбивые, счастливые и, конечно же, не забывали нашу школу. Я думаю, что и учителя, все мы будем всегда рады видеть вас здесь в школе, ну и радоваться вашим достижениям в будущем. Всего вам хорошего! Приказ от 30 мая 2023 года о выдаче свидетельств поощрения выпускников. На основании итогов выпускных, академических концертов и контрольных уроков, годовых просмотров работ приказываю выдать свидетельство об окончании государственного учреждения образования Новолукомольская детская школа искусств следующим выпускникам школы. Музыкальное отделение Афанасьеву Матвею Андреевичу. Паровик Дарье Николаевне с отличием. Журавка Кириллу Дмитриевичу. Заренскому Артему Александровичу. Хорбану Артему Вадимовичу. Барскому Артему Эдуардовичу. Улаховичу Владиславу Сергеевичу. Чачиной Ангелине Анатольевне. Эстрадное отделение Политыка Алине Андреевне с отличием. Хореографическое отделение Бурой Марии Дмитриевне. Высоцкой Дарье Владимировне. Денисюк Ксении Анатольевне. Мокровой Полине Максимовне с отличием. Островской Элине Витальевне с отличием. Румянцевой Анне Александровне. Саевич Яне Михайловне с отличием. Художественное отделение Бахрамеевой Варваре Евгеньевне. Гаврилюк Марии Игоревне. Мирославу Геннадьевичу. Каминской Алине Александровне. Капульцевич Александре Эдуардовне. Косенкову Алексею Викторовичу. Лисичонок Анастасии Александровне. Нефедовой Эвелине Вадимовне. За отличный успех в обучении, активную участие в концертной деятельности школы наградить почетные грамоты выпускницу по классу фортепиано Боровик Дарью. За отличные успехи в обучении, активное участие в концертной деятельности школы наградить почетные грамоты выпускницу эстрадного отделения Политыка Алину.
участие в концертной деятельности школы и наградить почетной грамоты следующих выпускников хореографического отделения. Махрову Полину, Островскую Элину, Саевич Яну. За успехи в обучении активное участие в концертной деятельности школы наградить грамоты следующих выпускников музыкального отделения. Афанасьева Матвея, класс баяна. Корбана Артема, класс аккордеона. Кубарского Артема, класс цимбал. Улаховича Владислава, класс баяна. За успехи в обучении активное участие в концертной деятельности школы наградить грамоты следующих выпускников хореографического отделения. Денисюк Ксению. Румянцеву Анну. За успехи в обучении активное участие в выставочной деятельности наградить грамоты выпускницу художественного отделения Калинскую Алину. За успехи в обучении наградить грамоты выпускника музыкального отделения Зарецкого Артема. За активное участие в выставочной деятельности наградить грамоты следующих выпускников художественного отделения. Вахрамееву Варвару. Гаврилюк Марию. Косенкова Алексея. Лисичонок Анастасию. Ну что ж, фото на память будет у нас или? Родители, без них мы никуда, беда любая с ними не беда, а радость так сполна, чтоб веселиться, ведь вместе вам учиться и учиться. Вам слово, уважаемые родители. На сцену приглашается Диана Александровна Демидчик. Корбан, прошу прощения. Знаешь, да, двойная фамилия, меня всегда так называют. Жизнь, она как музыка. То спокойная, то быстрая. То тихо, то громко. То взрывается, то порой мелодичная. Спасибо вам большое, что нас... Я тоже была ученицей этой музыкальной школы. Спасибо, что нас и наших детей научили слушать музыку. Не только слушать музыку, но и слышать ее так, как слышат ее великие композиторы. И, конечно же, понимать ее. Мы вам благодарны за ваши неповторимые уроки, которые очень много дали нашим детям, которые с помощью вашего опыта смогут наладить свой ритм жизни уже самостоятельно. Спасибо большое коллективу детской музыкальной школы «Искот» города Новолукомля за ваш талант, за ваш профессионализм, за ваш труд, терпение, подход индивидуальный к каждому ребенку. Понятно, что все они сложные. Тяжело было дойти до выпускного. Спасибо большое за великолепные концерты, за замечательные музыкальные сказки, вот, на которых мы всегда присутствуем. И, конечно же, хочу вам пожелать неиссякаемой энергии, успехов во всех ваших творческих начинаниях. Желаю профессионально достигать очень больших высот. И, конечно же, пускай во всех ваших делах сопутствует оптимизм. Спасибо вам всем большое. Спасибо вам за теплые слова. С
Слово предоставляется выпускникам художественного отделения. Лисичонок Анастасии, Косенкову Алексею и Вахрамеевой Варваре. Спасибо вам, учителя, за знания, что вы нам подарили, за щедрость бескорыстную, за добрые сердца, за все, чем души наши покорили. Спасибо, что любили нас, за то, что вы нас научили, за то, что вы нас мыслить научили, за все, за... Так, давайте дадим обещание не забыть этот миг, этот час. В нашей школе момент расставания скажет каждый. Спасибо. Сейчас. С напутственным словом и со стихами собственного сочинения на сцену приглашается учащаяся 6 класса художественного отделения Тежар Анастасия. Когда в душе твои невзгоды, когда в себе ты заплутал, когда ты видишь лишь расходы, гармонии ищи кристалл. Познай себя в своих работах, в искусство погрузись сполна, как будто мысли твои в водах, а из тебя течет река. Возьмись за кисти, за краски, и, может, ты не Рафаэль, на холст смотри ты без опаски и нарисуй на нем метель. Метель из чувств, эмоций, жизни, из родника идей и муз. На холст спусти ты весь свой груз. Спустя мгновенья осознаешь, что значит страсть работы всей, и живопись свою познаешь, как нечто большее, чем есть. Поддержим аплодисментами. Это вот еще раз доказывает, какие у нас талантливые ученики на художественном отделении сочиняют такие прекрасные стихи, очень приятно. Спасибо, дорогие, за теплые слова. А пожелать вам хочется так много. Пусть светлым будет путь, легка дорога. Пусть этот праздник, дивный школьный вечер, подарит теплоту и радость встречи. Мы вам желаем вдохновения, поменьше неудач и слез. Чтоб по душе нашли вы дело, мечтайте, и все сбудется всерьез. Что стало дорого вам в школе, пусть будет дорого всегда и сохранится в ваших душах на долгие счастливые года. И вот настало время для последней ноты. Ноты до. А значит, до свидания, до новых встреч на сценах города, страны и всего мира!